Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Хелион. Это другой сервер, не тот, на котором завершилась прошлая серия. Потому что на том сервере, невзирая на то, что ролик обновления должны идти одновременно, но карта орбит зависала. То есть при выходе на карту, на которую можно выбрать следующую точку, куда корабль переместится, все висло, мышь не управлялась, и можно было просто обратно только выйти, и все, картой пользоваться было нельзя. Это другой сервер, и тут свои баги. Ну, вот тут, например, как я уже говорил, рандомный набор лучей скафандров, ни одной керасы. Два ранца, два шлема и ни одной напузника, ни одного. В этот раз в шлюзе был космический скафандр, но с ним творилось нечто жуткое. Во-первых, одев его, взяв в руки ранец, я полетел через корабль, стукаясь во все углы. И это происходило до тех пор, пока я не выбросил ранец в ужасе. Перезашел, снарядился нормально, вышел в космос. Почти подлетел к этому кораблю. И умер. Потому что ранец снова оказался в шкафчике. В этом шлюзе. А я остался в космосе в скафандре без ранца. Соответственно, когда я зашел еще раз, ранец покоился в шкафчике, и все хорошо, но скафандра уже не было, потому что он на моем трупе улетел в космос. В общем, я в итоге оделся в оранжевенький вот этот скафандр обычный, подогнал корабль к модулю с уже пристыкованным шлюзом воздушным, и вот заглянул в карту, убедился, что она работает, и теперь мы можем отправиться куда-нибудь. Гипердрайв уже активирован. Собственно, нам осталось выбрать, куда мы полетим. Я думаю, это будут астероиды, потому что обломки без сырья, ну, что-то не очень. Так. Сработает, не сработает. Сработало. Вот, а на том сервере это не происходило. Так, то есть мы находимся. Что ж такая инерционная. Так, собаки лают. Так. Вот мы находимся вокруг спутника этого газового гиганта. Главное не разогнаться. Потому что она летает, эта карта, только в путь. Все, вот она, карта орбит. То, что на том сервере было недоступно. Вот мы. Астероид. Я предлагаю отправиться сюда. А как мы туда отправимся? Так. Нет, нифига. Не так. Наверное, вот так. Да. Ноль-ноль. Ну, давай. Инициалайз. И чего? Это наш модуль. Варп-драйв. Ага, вот оно, заработало. Так, ну что я могу сказать? Слишком большое ускорение, я даже скажу почему. Раз, два, три. А третий не нужен, вот нам двух хватило. Мы лететь будем час. Так. А все работает? Что-то я не вижу работающего счетчика. Сейчас посмотрим. То есть оно тикает. Так. А, ну я довольно далеко наладил, да. Это модуль. А, это вот эта штука, ага.
Удалить маневр. Я их, по идее, должен начинать навестить штуку. Я же должен на курс выйти. Ага, понятно. Удалить маневр. Так, поближе что-нибудь? Да, это недалеко. Еще раз. Выделяем две ячейки, а одной хватит. Вот, 4 минуты. И что-то я снова ничего не понимаю. У меня, по идее, должно тут на экране появиться мишень, куда крутить. Но у меня этого нет. То есть, куда мне разворачивать корабль? А у меня вместо этого просто тикает. Ладно. Сейчас попробуем еще. Ускорение слишком большое. Ну, кто бы спорил-то? Но я инициализировал. Давайте попробуем крутить корабль. Возможно, вот это их ускорение слишком большое, это то, что мешает ему прыгнуть туда. Ладно. Мы тогда выберем другую цель. Тут хоть карта работает. Ремов. Да ремов, ремов. Окей. Что мы можем еще? Давайте вот сюда тогда. Warp drive. Это скорость, видимо. Также 4 минуты. Ускорение слишком большое. Да я бы уменьшил ускорение. А как? Я же, собственно, не против. И двигатель включен. А непонятно это все. Так, а реактор у меня включен. И сейчас к варп-драйву сходим. Поглядим, что там и как.
А вот слушай, панель почему-то офлайн. Непонятно и плохо. Так. А, я уже внизу. Ну, я бы сказал, они есть ячеечки-то. Ой, сейчас такая жуткая хрень выдвинется. О, все зелененькое. То есть у нас-то все хорошо тут. Но почему-то мы не летим. Нет, я, собственно, могу двигатель включить, который без топлива. Может, это чем-то поможет? Нет, ускорение слишком большое. Так, ладно. Отменим. Что-то у нас вот тут еще есть астероид. Courses impossible. О, вот это уже новенькое. А, мы не можем прыгать сквозь планету. Cancel. Я так думаю, на планету мы прыгать тоже не можем на самом. Калипсо. А, это другая планета. Угу. То есть вот сюда я не могу. Не могу. А, у нас тут астероидов кот наплакал. Вот так. Большое ускорение. Блин. Время недоактивации сейчас с чем-то. Вот этот член уже крутится вокруг другой орбиты. Вокруг другой планеты. Да? Попробуем. Эрос. Ага. Уилл, не хватит. О! А вот это другое дело. То есть туда я могу. Так, господа. Во-первых. Да, понятно. Вот. Инициализировано. Пожалуйста, разверните корабль. Вон он. Так. Вверх и чуть вправо. Да, даже не чуть вправо. А сильно вправо. Фига себе. Вообще за нами берет. Ладно, тогда вверх попробуем. Да блин, а где эта штука? Куда я должен корабль-то развернуть? Ну и где? Все.
Маневр в пролете. То есть вот эта красная меточка, которая вправо вверх уползла, она по идее указывает, куда мы должны развернуть корабль. Но я даже не знаю, куда вот его развернуть. Я этого покрутил, она не смещается. Ладно. Цепимся. Вон она. То есть чуть правее, чуть вверх. Ага, все. Вот с кресла встали и все увидели. И чуть вверх. Стоять. А теперь встанем с кресла. И где наша метка? Странно, на лобовом стекле видно. Она всегда вверху. Даже интересно, как бы ее найти-то. Так. Она все время в одном и том же месте, эта метка. Допустим, над планетой. Ок. Очень хочется с этим разобраться. И вверх, допустим. Она вот висит вообще неподвижно, хотя, возможно, наведение отключилось вместе с окончанием маневра-то. Так. Ну что, мы можем отключить? Маневр initiated. А как тебе отменить маневр? Отменить тебя, наверное, просто. Мы сейчас двигатель выключим. Вот этот, гипердрайв. И все. Развлекались как могли. Все, выключился. Не могу сбросить маневр, а? Ну ладно. А если вот так? Стероид. Стероид. Калипсо. Клопса. Где мы-то здесь летаем? Вот. Отлично. Это мы. Сейчас отменим маневр. Все, прекрасно, отменили. Итак. Слишком большое ускорение. Отменяем.
А вот другим планетам мы можем порхнуть, другим мирам, да? Слишком большое ускорение, не спорю. Ну вот. Топлива не хватает, отлично. Причем варп топлива не хватает. Слишком большое ускорение. Вот, вот что бы это ни значило. Так, нет, Клопса нам не надо, Калипса. Ты кто? Да блин. Энигма. Нет, нам Энигма не нужна. Почему я не могу вот к этому астероиду близкому прилететь? Я даже не знаю. Но. Так, давайте вот так к этому астероиду попробуем. Так, а если добавлю? Ну, офлайн-то он офлайн. А, вот я могу менять. Давайте 5 минут поставим. Включили. Курс невозможен. Ай, цирк. Только что ж было все хорошо. Ладно, cancel. То есть вот этот астероид, по-моему, единственный, куда мы можем проложить курс. Да? Да. На одной капсуле мы. Так. Чуть сдвинем. Вот. Вот так. И инициализировать. А вот теперь, как мне его развернуть? Оно снова там. В правом верхнем углу. Но как ни крутись, она все равно вверху. А вверху тут может быть и внизу, на самом деле. Судя по тому, как тут странно все это работает. Так, вот у нас корабль вращается по одной из осей. Кстати, он очень странно вращается. Я вот так смотрю. Вот он пролетел вверх, а сейчас солнце сверзит с него снизу. Вот, поехали. И... ничего не меняется. Совершенно ничего, везде у нас маневр, он двигается. Время. Да, кстати, у нас вот... хоть оно и крутится, с топливом у нас немножко... нет, не с топливом, мы не можем смещаться. То есть нажимаю вперед, пофигу. Пофигу, долина. Непонятно. Совершенно непонятно. Ок. Пойду посмотрю в погребе, что у нас с топливом.
Что у нас с топливом? Расскажи мне о чудо-доска. Ну, инжен фуэл нету, а нитрогена полно. Там уже время прошло, я так понимаю. Опять проверь, могу лучше М-ка светиться, да? А, нет, смотрите. Нету ее. А та осветилась. То есть, какое-то рациональное зерно в этом есть. Так, ну, время на самом деле-то пофигу, мы можем его сместить по орбите. Попробуем вот ровно вверх это дело крутануть. Тут что-то непонятно. Почему у него вращение идет? Да? Корабль крутится, вот так он крутится. У меня есть странное подозрение. По этому поводу. Основанное на том, что к нам прицеплена станция, и он в прыжок со станции не уйдет. Проверим. Так, а так как ее андопнуть? Кто знает? Никто не знает. Dock engage. Grappling system. Вот наш grappling system. Ну как меня зовут? Спит, кстати, дверь закрыта должна быть. Selected. Т? Нет. Вот. Так, вроде как я отцепился. Ага, вот только космос вокруг крутится и все. Ок. Там надо прервать эту процедуру. А видели только, что она улетела? А? Раз, вон она. Мистика, ладно. Опять в режим этого дока. Так, вы знаете, не работает. То есть мы крутимся вместе с модулем. Чем же тебе? Так. Так.
Так and Edge. Это глубокий хорд. Это движение. Переключать порты. Переключать порты. Exit. Как тебя цепиться-то? Не, ну как вариант я могу оттуда прийти, отцепить эту штуку. Ладно. На этом такая. Тогда пока прервемся. Всего хорошего. До новых встреч.